Ну что ж, друзья, всех приветствую сразу же. Незамедлительное продолжение на GG-дропе, потому что в прошлый раз мы подняли 120к плюс слоу баланса и вывели обалденный ножичек. А сейчас баланс всего лишь 18, но это не всего лишь, это очень много, и мы будем проверять абсолютно все. Поэтому, пожалуйста, поставь прямо сейчас лайкосик, ведь это единственная мотивация для меня продолжать делать контент дальше. Ну и, конечно же, не забывай, что каждый ролик разыгрывается 100 рублей, и ты уже видишь победителя на экране. Тебе лишь достаточно просто прочитать описание, потому что там уже есть вся информация. И не забывай, что прямо сейчас в Телеграме проходит розыгрыш ножа. Тебе лишь достаточно просто зайти и нажать одну кнопочку участвовать, ведь именно ты можешь забрать ножик за 15 тысяч рублей. Итоги уже в пятницу, поэтому жду именно тебя. Ну что ж, а мы начинаем, и сразу же перед началом ловите промокод на 11%. Это самый большой процент до пополнения, 11, больше ты просто не найдешь. Но этот промокод дает бесплатный прокрут барабана, то есть ты можешь просто ввести его в барабан и просто бесплатно его крутануть. А вот тут уже получить и бесплатный ножик, и бесплатные скины, и бесплатную какую-нибудь приколюху на пополнение, потому что два ролика назад мы забрали отсюда именно ножик, а сейчас скидка на кейсы 5%. Неплохо, поэтому не забывайте, CS Predator — это самый большой промокод, который есть. GG Drop, ну что ж, открываем сразу, открываем Cyberpunk, будем крутить максимально много. Скорее всего, я буду записывать это одним дублем, потому что я хочу вот конкретно сейчас вынести еще 100 тысяч с этого сайта. В прошлый раз, я не знаю, то ли мне дико повезло, то ли как это происходит, я даже не знаю, но в прошлый раз мы забрали 120к. 120 тысяч, пожалуйста. Мистер Кейс, здрасте, приехали. Попробовать еще раз, конечно же. 3000 или 2000 я потратил на кейс, мне что-то вообще прям... Вот это именно то, что нужно. Обожаю мистер кейсы, потому что с них выпадают как лютая фигня, так и очень жесткий дроп. Ну прикинь, просто 7000 рублей на баланс. 1600, 1300, ну типа соу-соу. Да, мы окупились, но окупились мало. Бывает иногда вообще плюс 30 рублей упадет. Смотри, кейс Дикий Запад, пожалуйста. То есть кейс, который стоит 1600, нам просто сейчас бесплатно. И все это благодаря мистер кейсам. Прикольная система, мне она очень сильно нравится. Что сейчас охота? Покрутить дно... в живом цвете. Завтра на стриме я пообещал пацанам, что я разыграю ее за 800 рублей. Тут она стоит 370, потому что плохое качество. Но тем не менее, если хочешь, можешь залететь, мне будет очень приятно. Ну а мы пошли в рекойл. Да, потому что именно с этого кейса я хочу выбить арабиску. Аберрацию, не арабиску. Ай-яй-яй-яй-яй, как же он сыпет жестко. На секунду подумай просто о том, что если бы реально кейсы в CSGO сыпали вот так вот, абсолютно все бы люди закидывали, абсолютно все бы люди окупались. Ну, конечно, цены бы стоили, наверное, на скины намного дешевле, но тем не менее, это было бы намного прикольней, потому что мы потратили, вот лично мы, в CSGO, ну, наверное, 1150 на эти кейсы. Новые, конкретно новые рекойлы. Да, нам выпали перчатки за 54, да, нам выпало очень много топового дропа. Там 12 калашей, лавки-чмавки порядка 8 раз, но тем не менее, это маленько не то. Охота, знаешь, вот так вот залетать, вот, допустим, как на сайте, просто открывать на 3000, и тебе бац, 5000 рублей, и ты кайфуешь, ты живешь этим. Ну, довольствуемся, чем имеем. Неплохо, слушай. 9000 рублей. Ну, неплохо же. На 8200 открываем, 9000 рублей получаем. И балансик-то понемножку разгоняется. 22 тысячи. Самое главное, а давай попробуем сделать контракт. Еще раз открываем. Это будет максимально... 11 тысяч. Давай еще раз. Еще раз на 8 тысяч. И все, что на выпаде в контракты. Вот давно я контракты не делал, аж сам, знаешь, маленько вдохновился. Ой-ой-ой, дух бездны 2 тысячи. Я офигею. Хорошо. Если мы все это добавим в контракты, я даже боюсь представить, какая тут сумма у меня ножек здесь. Что? Ножик за 6400? Когда-то мы его не вывели? Ну ладно. Давай засунем его в контракты. Сумма контрактов 24 тысячи рублей. Обалдеть. То есть скинов я получу от 6 тысяч до 99. 99 точно не будет. Я прям более чем уверен. Ну, это невозможно. Ну, конкретно невозможно. Сколько? 25 тысяч. Здрасте, приехали. А вот это просто жесть. Хорошо, продаем все, что у нас есть здесь. У нас было 18, когда мы зашли. Сейчас уже 33. Это почти в два раза больше. И я хочу открыть один из самых дорогих кейсов на этом сайте. Не хочу заходить пока в премиум, потому что их я хочу оставить напоследок на живой. Ты прикинь, мы можем открыть два на живых. Чем на живые мне не...
не нравится абсолютно на любом сайте, потому что тебе могут выпасть дешевые ножи за 5000 рублей. Но, кстати, да, еще раз да, на GG-дропе очень хорошие ножевые. Блин, ну тоже не хватает на 3, давай пробовать 2. Если сейчас окупят, мы сможем 3 ножевых крутануть, это будет безумие. 8, ай, вот видишь, 16000 рублей. То есть, фактически, я просто минус десятку слил. Вот это обидно. И вот это всегда так работает. 13, ай, хорошо. А вот сейчас я жестко окупился, например. Не хватает нам 900 рублей, давай еще раз 2. Если сейчас окупает, мы делаем 3. Да, 37000. Умничка. Баланс 50000 рублей. Нам маленько не хватает до 4 открытий. Я предлагаю крутануть 3 раза ножевой и загрузить это все в контракты. А потом пойти. Ай, хорошо. Ой-ой-ой, отлично. Если бы не карамбит, мы бы все слили. Ну а если нас опять окупает, то тогда мы открываем 4 раза и идем в контракты. 4 ножа в контракт. Просто подумайте, без разницы. 10. Плохо. Ой-ой-ой, как же плохо, дядь. Ну это вообще плохо. 40000. Ну ладно, давайте попробуем. 40000 загрузить в контракты. Это жесть. Минимальная сумма получения 10000, а максимальная 160000. Просто вдумайся, если упадет, хотя бы 1100. Это можно будет сразу на вывод ставить. Хотя мы неплохо. 40000 рублей. Знаешь, шило на мыло. То есть 40000 загрузили, 42 получили. В принципе, нормально. Но если есть перчатки, то я хочу их открыть. Да, есть. 20000? А с чего так дорого? Мне всегда непонятно было, почему перчаточные кейсы стоят так дорого. 20000 рублей за перчатки? Ну, это слишком. Это слишком. Ну ладно, давай попробуем. Может быть, амфибия какая-то упадет. Это именно те перчатки, которые я хочу. Но опять же, не знаю. Вот такие вот у меня. Вот именно такие у меня. Да, это именно то, что надо. Но такие перчатки у меня уже есть в инвентаре. И такие полигон у меня тоже были. Ошалеть. Просто вы посмотрите, насколько сайт жестко выкидывает. Мы в прошлый раз забрали. Мы в этот раз забираем. Мужики, если будете пополнять, знаете, КС Предатор. Плюс 11% к депозиту. Всегда. Плюсом не забывайте про промокод. Не забывайте про гонку за 1 миллион. Тут очень много всякого разного контента, который вы можете просто зайти и открыть. Поэтому залетайте. Залетайте смело. И, быть может, тебе именно повезет. Ну, а я отправляюсь в мультикейсы. 3900. 4000 даже они стоят. Давай попробуем здесь. Плохо. Блин, вот тоже. Сколько бы я раз не открывал, вот именно мультикейсы, непонятно, окупают или нет. Вот прикинь, просто один раз случайным образом шваркнуть и достать на халяву ножик. Посейдон, градиент. Конечно, я понимаю, что это, скорее всего, невозможно. Но ты посмотри. По-моему, он просто скамит. Ладно, два раза еще раз открываю. Если не получается, не получается. То просто ливаю с позором и захожу в следующие. Получается 13000 рублей. А давай-ка зайдем в апгрейд. Заапгрейдим ее до 20. Если сейчас повезет, то у нас 100000 рублей. С которых мы продолжим обязательно в следующем ролике. Да, умничка. Просто умничка. А теперь все это дело продаем. И вуаля. Ролик назад. У нас было 120000. Мы вывели. Сейчас 100000. Но я предлагаю продолжить. Поэтому обязательно, если ты смотришь это видео, поставь прямо сейчас лайкосик. Жми прямо на него. Подписывайся. Следующий ролик будет совсем скоро, потому что я не могу оставить 100000 рублей на этом сайте. На связи был, как всегда, я Предатор. До завтра.